Сегодня мы приехали из Швейцарии в Италию, в небольшую деревушку, для того, чтобы купить какую-то красивую вазу для отеля. Вот что мы увидели, я не удержалась. Захотела все это снять, эту красоту, эти ежики, эти котики. Все это итальянская мануфактура. Вот такой магазин. Меня тут немножко видно. Пойдем выбирать. Вот эти красивые, да? Вот эти красивые, да? Даже в доме у нас такие поставить. Вот такие. В нашем дворе, да? Да. Очень, очень классно будет, стильно. Вот мы с Анной выбираем вазон. Либо подсолнухи, либо какой-то другой декор. Смотрим, нам все нравится. То, что реально сделано в Италии. Ну, почти что работа Микеланджело. Все так и есть. Ой, какая красота. А вот здесь у ребята это и делают. Трудно, конечно, выбрать при таком изобилии, но мы сейчас что-нибудь выберем. Деревня, итальянская деревня Канобио, в которую мы приехали немножечко отдохнуть и погулять. Отдохнуть немножечко и посмотреть тоже озеро. Озеро Маджоре, но с другой стороны. Вот она, чистая Италия. Люди сидят, наслаждаются. Некоторые играют в карты. И просто приятно проводят время. Вот мы в итальянской желатерии. И покупаем мороженое. Что заказать? Да, я тоже заказываю. Руссо туристо, облика морали, Ферштейн. Вот они, цены на желати. Так, вот она, настоящая итальянская паста. Бонжорно. Ага. Всего 6 евро. А это, наверное, вкусные колбасы, которые с радостью будут радовать любых, тех, кто попробует. А это, наверное, мейн-шеф, который все это продает. Вот оливковое масло. О, боже мой, какие вкусняшки. Нереально, нереально вкусно и красиво. Да ну, вот это слишком. А внутри другие модели. Хорошо. Я подумал, будешь, да? Смотрю. Да, камин. Не знаю, мы еще спасибо. Граци. Прейго. Дальше-то как-то да. Не знаю, может так и есть. Вот колокольчик у нас швейцарский есть. Еще надо? Значит, надо взять. Крутейшие корабли. Очень нам понравились. Даже вот этот парусник. Часы. Вот, в принципе, тут магазинчик, где можно многое выбрать. Вот это нам понравилось. Такая для бутылок установка. Даже, в общем-то, то, что... Книги. Ну, все-таки, наверное, мы вернемся к колокольчикам. Будем их коллекционировать. Попробовать
различных вид пиццы и пасты. Сейчас очень жарко, потому что это день, и мало туристов. Нам повезло, мы ходим, наслаждаемся этим прекрасным местом. Вот оно, озеро Маджоре. Как будто бы море. Вот мастерская деревянных игрушек. Здесь родился Пиноккио. Развивайки. Развивалочки такие висят. Характерно, даже никто нас и не остановил. Так все красиво здесь. И очень-очень свободно. Толерантность здесь превыше всего.